что-то похожее на Photoshop. Не нравится мне это слово. Go. Люди разных поколений объясняют или угадывают значение устаревших и новомодных слов. Перси. Может быть, название какого-то фрукта? Это как бы спасибо, да? Перси? Да, ну это кольца. Блин, не знаю, по-моему, пальцы. Типа вот пупка, что ли? Здесь что-то? Там что-то? Перси. Это груди. Это же вот это. Половить. Половить. Правильно сказал, нет? Половить. Что-то вот знакомое. Фоловить. Кокетничать. Филонить, знаю, фоловить, нет? Просматривать. Одноклассниками пользуюсь там. Ну, я пользуюсь, но я ни разу такого не видела. Я не понимаю дружбу в сети. Я понимаю дружбу, когда вот люди встречаются. Хорошо, я приду домой, скажу, муж, давай включай. Сына сейчас будем фоловить. Изгиляться. Изгиляться. Ну, типа, из себя выходить. Вот ты изгаляешься, да? Выделываешься тут. Обращать на себя внимание. Чё галишься надо мной? Изгаляться. Ну, я вот вариант изгаляться. Это издеваться, там, потрунивать, издеваться. Ну, изгаляться более грубая форма. Изгаляться. Ну, это издеваться. Мужичок, вы по что животно мучите? А я что, каждую соплю спрашивать буду? Хейтить. Прославлять, что ли? Пропагандировать или? Оскорбить, обозвать или там вообще что-то такое. Ненавидеть. Ужасать. Тролли, да? Я вас прощаю. Хейтеры, вы прощены. Вещи. Вещи, это значит вещи. То есть, как Кощей Бессмертный. Это священный, может быть, какой-то. Ну, вещи – это что, сон? Крепкий. Вещи, Олег. Такое есть произведение. Вещи – это такой предсказуемый. Ну, типа правдивый, правдоподобный. Крипово. Вот что-то я не помню такого. Крипово – это плохо? Крипово. Клево, наверное. Видимо, это похвала. Слово хрипово, наверное, да? Хрипово – это очень плохо.